Приветствую всех, с вами канал Автоток, и в данном видео у нас штатная магнитола для автомобиля Toyota Camry в 30-м кузове. Выполнена в пластиковом корпусе рамки серого цвета, повторяет форму головного устройства, все такие же отверстия под вентиляцию, под прочие нужды, то есть с установкой проблем не возникнет. Такие же крепления позволяют ее поставить без щелей, зазоров и прочих доработок. То же касается и подключения. В наличии специальные тойотовские фишки, там ничего с проводами делать не нужно, ни резать, ни скручивать, все вставили и работает. Вот, дисплей у нас 9-дюймовый, довольно крупный тоже, прекрасно все видно, вот можно сравнить с моей рукой. Разрешение 1024 на 600 пикселей, управление здесь сенсорное, емкостный современный сенсор, морозостойкий, прекрасно реагирует на пальцы, на холодные, даже на немножко влажные. Давить не надо, все плавненько двигаем, все нажимается без проблем. Также имеются сенсорные кнопки с подсветкой, подсветку можно регулировать с помощью данной утилитки небольшой и настраивать тот цвет, который вам больше всего нравится. По характеристикам данная модель у нас обладает стандартной конфигурацией. Это 4 ядра процессор, гигабайт оперативной памяти и Android 8.1. Обновленная версия у нас уже похожая была, но на 7 Android. Так что по, скажем так, стандартной схеме улучшения. Что касается основных приложений и скажем так, функций, возможностей. Естественно, радио. Стандартное радио Android, простой понятный интерфейс, настраивается частота с помощью данного ползунка, можно сохранять в эти отсеки свои частоты. Эквалайзер также имеется для настройки 12-полосный, очень подойдет для тонкой настройки звука. Звуковой процессор здесь хороший, качественный, поэтому звук такой же будет даже на штатных колонках. Что касается навигации, здесь тоже есть возможность установить различные навигационные системы. По умолчанию ничего не стоит, так что у вас большой выбор, что поставить. Начиная от Яндекс Google Car, заканчивая различными бесплатными приложениями типа DoubleGIS и прочими. Так, что еще? Bluetooth. Само собой, есть возможность синхронизации с hands-free гарнитурой, свободные руки, чтобы тоже не отвлекаться от дороги, когда говорите по телефону. Со смартфоном, то есть передача изображения, звука, прочих вещей. Также можно подключать OBD адаптеры, различные устройства другие, что поддерживают Android по Bluetooth. Аудио-видеоплеер, так, это радио. Поддержка множества форматов медиафайлов. То есть можете музыку слушать как с внутренней памяти, так и с внешних носителей. Тоже касается и USB, ой, тоже касается и видео. Вот, прекрасное качество изображения, хорошая картинка, цвета, цветопередача. Все ярко, все плавненько идет. То есть видео смотреть одно удовольствие. Так, что еще? Подключение камеры, естественно, есть. Возможность настройки кнопок на руль, чтобы удобнее управлять магнитолкой. Play Market, скачивать приложение Chrome браузер, даже есть приложение YouTube, Google поисковика. Также стоит тут приложение Torque для OBD адаптера. Удобно делать диагностику машины, выявлять какие-то неприятности. Так, что, ну, в принципе, основные функции я вам показал. Всегда можно расширить функционал с помощью дополнительных подключенных устройств, типа ТВ-тюнеров, вот, видеорегистраторов различных, то есть все это поддержка всего имеется. Ну, либо приложение скачать с Play Market, какие-нибудь полезные. Что касается магнитола, она у нас качественная, гарантия 12 месяцев на нее. Отправка по всей России, транспортными компаниями, либо почтой. Также есть постгарантийное обслуживание, техническая поддержка. Если какие-то вопросы по установке и эксплуатации возникают, всегда можете спросить у менеджеров. По комплектации идет головное устройство. Так вот оно выглядит. Задняя панелька. Дополнительные слоты под провода. Распиновка тоже имеется. Фишки подключения питания. Два USB кабеля, клипанчики RSA, все подписаны, так что с подключением устройства проблем не возникнет. GPS модуль с Wi-Fi антенкой и усилителем. Wi-Fi здесь также есть, то есть возможность подключения, чтобы был интернет. Можете с телефона раздать, либо если рядом есть какая-то сеть, подключиться к ней. Ну и в крайнем случае USB модем вам в помощь. Вот, ссылка будет на магнитолу в описании. Если какие-то вопросы имеются, оставляйте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока-пока.